Здравствуйте, дорогие товарищи! С нами товарищ Икс, товарищ Алекс, который собрал нас всех. Мы хотели поиграть в катаклизму, но катаклизма сделал большой армагеддец и совершил катаклизму. В общем, короче, не получилось у нас, поэтому мы играем в Wargames. Качаем себе уровни. Да. Вот. Че, платформенный флот, он можно? Ну, как хочешь, но я скажу, это самый геморройный флот в плане контроля, потому что тебе нужно постоянно сажать эти платформы на какой-нибудь там мегалит. Потом, когда они там уже не актуальны, пересаживать на другой мегалит через клавишу Т. Ну, немножко геморройно. Если хочешь, можешь попробовать. Ну, не уверен, что тебе понравится. Я думаю, что я и в оригинальной игре, как бы, ну, компании с платформами не очень дружил. Я пытался их Ну, использовать, но что-то как-то они тогда не парься, тогда действительно перебери они неудобно сделали, что. канатовский флот, бигарский какой-нибудь один из трех. Да, ремастерит флот там ничего особенного. Если бы действительно ремастер был, то. Так. Погнали. Я без записи. У меня и так уже очень много записей с этим, с экспериментальным флотом. Пока хватит. Надо Ну DLC все. сдать, да? Да, вот Мы сегодня вчера должны мы его сделать. награли, да, с экспериментальным. Да, сегодня надо нормально пройти, Да, я, по чтобы крайней мере, надоело. где-то там даже разобрался с этим. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Higar in command suspects there is an incarnate base within this Вот sector. так. И артефакт мне уже нравится, Engage hostile истребителей. forces and plot a route to То, their что base of нужно. operations. We must find and destroy this base. Переводите. Окей. У нас. Enemy forces arriving shortly. Begin Где наши? resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Target set. У меня сегодня, да, Assault movement расцветка assembly выиграет, complete. короче. Стандартная. Так, а я не понял, а где турельки-то Resource раньше? controller А, ready вот to она. Сверху, operation. мы пока не видим. Не, я имею в виду не эти турельки, а турельки на карьере, которые стояли боком. А теперь их вообще нету. Не, они Assault есть, corvette но... ready. Ну, Их не скрыли, особо что ли? заметные. Board one to escort configuration. Research concluded. Assault corvette В тот раз, ты assembly помните, complete. прикол-то был то, что они криво стояли. Да, было дело. А теперь их вообще нету, то Caution. есть Resource проблему решили controller has been кардинально. engaged. Нет, турелька, нет проблем. Но стрелять Again. будем, да. Node 2. Specify. Incoming hyperspace signatures detected. А, Ready вот for они, нет, attack. они так и стоят Какие боком. он? Никто ничего не Assault проверил. corvette ready. Да. Resource controller ready for operation. Дред, ты возьмешь сверху артефакт? Assault corvette assembly complete. Там у нас? Меня игра на ионике принуждает играть. Давай ионики попробуем. А, мне тоже попробуем прилетело. Assault corvette ready. Да, придется в ионике. Ну окей. Блин, опять эти. Assault corvette assembly complete. Assault corvette ready. Research concluded. Control, carrier is on location. New position confirmed. Node 2 augmented. Target confirmed. Board one navigation Понятно. set. Блин, это тени, которые. Да я убью эти платформы. Allocation. Ослабься. Сейчас я подкоплю. Мелочи. Тени, которые тут на ипполитах мерцают туда-сюда, она подпешивается. High-value hostile transports are moving into system. Intercept and destroy before they can hyperspace out. Где кто?
Enemy transports will soon arrive at the marked locations. They must not be allowed to escape. Так, понял, надо отбиться. Сначала. Я смотрю, там пол. У носителя валяется. Спустя Венус. Дред, поможешь тут заборчик, по-моему, корветный. Просто я пойду сейчас сломаю сверху все это дело. 2000 нам добавлю на баланс. Телефон и мобильного. Какой у меня замечательный комментарий под видео. Хотите, я вам зачитаю? Давай. Пишет Пижон. Я в молодости работал в компьютерном клубе на ночь. Пару парней всегда приходили под накуркой в первый хум по сети гасились. Хорошая игра, наверное, была под накуркой, это по-любому. Космическая. Да, сейчас, да, пройдет это пару лет, и Homeworld 3 будем под накуркой играть. Ну, так сказать, понять глубину. Combat alert. Все. Глубину всех глубин. Research concluded. Node 1 augmented. Так, он подальше. Давайте видите его, пожалуйста. Missile frigate is combat ready. Конечно, классно. Да? Это был 2001-2002 год. Production report. Attack. Enemy corvette active. Threat marked. Caution. Node 2 has significant losses. Upgrade concluded. Assault corvette assembly complete. Caution. Node 3 has significant losses. Node 4 assigned. Assault corvette ready. Да, прикольно. Node 3 destroyed. Caution, carrier has been engaged. Это лучевые, это лучше, чем доминансы. Они сейчас порвут все эти фрегаты вообще без проблем транспортные. Сейчас мне 43, теперь я включил твой стрим с третьим Homeworld. Пипец, как я понимаю тех парней. Да, да, согласен. Мы тоже уже которые все... Которые под накуркой играли? Да, да, да. Первый? Да. Или мы про каких-то других парней? Нет, это про... Тот же самый. Да. Upgrade concluded. Ah, no, but yes, it is, it is. Upgrade concluded. Короче, хочешь, чтобы я стал боевым авианосцем? Не, не, не поддавайся на уговоры. Блин, я уже поддался. Теперь у тебя будет меньше юнитов на 5 штук. Потом еще меньше, если будет. Дальше ответвление предлагать, там тоже режет. Юникап жестко. Как жить? Berth cleared for docking. Controller, target position set. К сожалению, да, в третий Homeworld под накуркой играть, наверное, самое то. Тогда и сюжет может быть покажется хорошим. Да, да, да. По посмеяться можно. Вот туда. О, вот сейчас это. Нажмите сенсор менеджер, вот сейчас смотрите, что происходит. Я
Восстановите и отдалите карты. Так. Вот такая вот хрень сегодня была. Вот такая же, да. Ну, сейчас я заплачу, сейчас нормально все будет. Сейчас следующий будет нормально отображаться. Какой визуальный баг. Я сегодня не курил ничего. Да. Ты сегодня не куришь, за тебя уже покурили. Разработчики, все хорошо. Все здорово. Fighter as a control. Carrier holding position. Note 2, caution, heavy losses. Зашли эти разработчики, BBI и Лин Джойс в один бар покурить, попить. Внезапно вышел КВ-3, да, из этого всего. Note 2, caution, heavy losses. Ничего себе, какие тут обломки вкусные, по 720. Спасибо, давай, удачи тебе тоже, Пижон. Мое почтение. Assault Corvette assembly complete. Спасибо, что заглянул на стрим. Так, что-то жопа уже потихонечку становится. Чувствуете, да? Да, что-то запахло. Этим самым, да. О чем я вначале говорил. Assault Corvette ready. Assault Corvette assembly complete. Так, подрывка с твоим карьером рядом. Точка. Enemy frigate attack. Respond. Assault Corvette ready. Сейчас я файтера к тебе перед собой. Enemy Corvette attacking. Assault Corvette assembly complete. Alert. Board 2. Engaged by frigate. Alert. Frigate is being attacked. Control. Carrier is on location. С вами с прошлым разом, где нам, да, просто я пересмотрел сегодня эту запись и пич начался, где там мы на Карпалях в третьей миссии пытались вытащить, но не вытащили. Я пересмотрел в первой миссии, короче, там из Гипера вылезло 15 фрегатов, 15 вообще. Это просто дичь. Я еще сказал там типа 8 или 10, что-то такое. Я посчитал там 15 фрегатов просто на момент. Ну, и чуть позже еще там столько же вылезло, короче. А у тебя лимит 8, как бы да. Так, пойдемте. Пойдемте, да. Нет смысла торчать на 10-й сложности без ресурсов. Сейчас посмотрел на этот, на ресурс контроля сбоку, сейчас пока была анимация гиперспейса. Блин, у меня такая это, прошла это, аналогия с этим, с инфильтраторным фрегатом в Вейгровске. Очень похоже, кстати, чем-то отдаленно. Как он более такой вытянутый был. Да, есть похожее что-то. Так, лед. Пикс, возьмешь пробку там справа от тебя, там, ну, просто прицепи какого-нибудь разведчика или истребителя. Хорошо, да. Ну, просто на гуарту все, он сама там, три раза захватится.
Ward 2. Hyperspace signatures detected. Enemies inbound. Prepare for attack. Enemy fighters detected. Да, конечно, если начинаешь думать о том, что вообще это ледык из себя представляет. Control update. Enemy strike craft sighted. Вообще непонятно, как она. Вообще непонятно, как она могла образоваться. Кроме как силы мысли художников. Именно ей, да. Так, а что с пробкой? Она опять, что ли, сбросилась? Да-да-да, она чуть-чуть перелетает. Нет, тебе нужно ну, кем-то одним подлететь, просто ты выделяешь клинита одного, жмешь на нее. А, вот, и пускай всегда стоит, да? Да-да-да, и тупо, ну, один истребитель этого достаточно. Не надо. Эскадрилью. Одного достаточно. Carrier is on location. Assault Corvette ready. Как его исключить-то, ёпарасы-то, а? Турельки сделали. Почему бы и нет? Assault Corvette assembly complete. Enemy Corvette detected. A previous expedition was lost in this sector. Так, Дред, аккуратно там. Тебя уже Enemy Mission critical salvage identified in the AO and marked. Enemy Corvette sighted. Alert. Hostile Corvette detected. Пробку мою, да? Снесли. Поналетело все. Говно. Assault Corvette ready. Ой, там действует тебя. Там справишься, Дред? И не помочь? Что-то непонятно как-то. Я понял, лечу к тебе уже. Уходи вообще. Край карты уходи. Поближе ко мне. Уходи, уходи. Давай. Сейчас я тебе еще ремонт пришлю. Сейчас смотрю, у тебя уже этим самым попахивает. Да-да-да. Assault Corvette ready. Exit combat area. Assault Corvette assembly complete. Сейчас у меня файтеры все сделают. Alert. Он просто скерил логик. А дальше все файтеры сделают. Лихомуха не успели. Работал. Assault Corvette ready. Assault Corvette assembly complete. Warning. Report. Report. Carrier engaged by enemy. Node 1. Assigned. Frigate. Assault Corvette report. Carrier engaged by enemy frigate. Enemy frigate sighted. Engage drives. Assault Corvette assembly complete. In position. Уже нельзя поздно играть. Assault Corvette ready. An enemy frigate has been detected.
Control. Carrier holding position. Так, где строй идут? Ой, два заполнилось ряд. Control reports enemy frigate. Прилетай ко мне, будем вместе убиваться. Сейчас я тоже их скуплю. Я около твоих ресурсов. Не, а это он хилит, я прислал тебе, чтобы он хилил тебя. Понятно, окей. Так что нет, ты лучше к моему авианосцу. Понял. Enemy egress combat area. Controller, respond. Detection alert. All boards, enemy frigate. Control reports enemy frigate detected. Control. Attack alert. Correction. Carrier has been engaged. Caution. Node 1 has significant losses. Node 1 lost. Node 1 specified. Сейчас я их все подлечу, тебе тоже где-то забираешь их подлома. Выстрелю, фрегат. Подлечу. Я тут справлюсь, я думаю. Они любят окружать, и когда у тебя в этой формации фрегата, они начинают подтупливать. Такое бывает. Ну, учитывая, что у тебя штурмовые, они во все стороны стреляют. Не должны. Помочь можно. Report. Carrier engaged by enemy corvette. Move. Under fire. Board 2. Мне надо, чтобы мои штурмовые уничтожили. Мне надо их слить. А что ты хочешь вместо них торпедники? Не, я хочу ионные штурмовые достроить побольше. На самом деле лучше обычные оставь, если у тебя... Ты брал какой-то на них паттерн, берсерк или... Да. Что ты взял, берсерк? Честно, не помню, но какое-то там на них было улучшение, да. Ну, оставь лучше таких, потому что они посильнее, чем лучевые. Особенно если с берсерком. Лучше их оставь, не сливай. Наоборот, это вообще один из лучших юнитов Хигас. Без прикола. Так что лучше оставить. Че, Дред, подлетай к нам потихоньку. Да, берсерк, ты штурмового фрегата у меня есть. Ну вот, я оставляю. Оставляй обычные штурмы. Не нужны лучевые, лучше обычные. Контроллер. Сделай и подними их все. И пару сопротивников. Достаточно. Контроллер. Tactical withdrawal. Immediately. Я вижу 5. Ну, еще одного можешь. Раз. Detection alert. Enemy corvette. Caution, Node 2 has significant losses. Caution, resource controller taking damage. Alert, hostile corvette detected. Enemy corvette detected. Enemy corvette sighted. Node 4, caution, heavy losses. Что мне игра предлагает строить штурмовой фрегат? Столько апгрейдов понадобало, а толку от этого? Ну они чисто танки, они, у них урона особо нет, они танкуют хорошо. Caution, Node 4 has significant losses. Если ты танкующий был. Missile frigate is combat ready. Enemy corvette detected. К сожалению. Так, Алекс, а ты там заберешь, да, этот утиль? Да, то заберу. А ну, уходите от забираю и получается все. Да, Хикс, да, ты это. Ну, еще будет сейчас задача одна. Это что, первая? Даггер Хоум, привет. Главное, чтобы не было этой задачи на шпиль, потому что он с охраны как раз респится там, где вот где твой авианосец. Ну, чего поменялось? Я на высоком прошел, больше не включал. Да ничего не поменялось, все как было, так и осталось. Ну так там, да, 1.1 патч вышел и все. Да. Незначительный.
побольше части устава пофиксить. Мелкие правила, все. Так, почему утильник берет? Возможно, его берет кто-то другой. Тут просто из-за угла батл-крузеры вылетает. Ой, эсминцы точнее, аж 4 штуки, 5. Это 6. Кто больше, да? Вот отвлечь их тогда, да, действительно. Board 2. Disengage. Mark, set. Reposition. Да, они вообще тестировали этот вариант, что у тебя авианосец жесткий становится. Я боюсь, что нет. Потому что непонятно, о чем... Он становится жестким говном. К сожалению. Непонятно, о чем вообще с ним дальше делать. Это факт. Как бы... Ну, это по косплеите туранский авианосец. Представишь, что у тебя есть силонки, которых у тебя нет. На вас плывут. 6 дестров. Вот на самом деле, если они реально добавят какой-нибудь туранский авианосец, какой-нибудь там боевой реально силонками, ракетницами и прочим, то вот для него, наверное, даже эти апгрейды в Wargaming будут актуальны. Так, Тикс, у тебя там все плохо, да? Отступай, да, давай. Да, я отступаю. У меня почему-то сборщик тупил. И все. Так, ничего не захватил. Вот он опять не стоит. Направляешь его идти на захват, и он стоит на месте, все. Так, я так попробую тут собрать облаву. Хотя Дреду, наверное, даже сейчас удобнее. Дред, тут тебе вопрос в чате. К чему? Что? Ваш тиммейт вроде тоже стример, ему вопрос. Мобильный Home World все еще жива? Ну, еще неделю и умрет. Он там 29 июля должен закрывать все сервера, может быть даже раньше, но вот я успел таки пройти сюжетку. Ну вот, за сколько там, 25 дней или сколько? С миллионом зеленых премиумных валют. Вот, я почти все потратил. Ну ладно, не почти все, 200 тысяч осталось. Пару последних осталось до крайних ресерчей. Fighter production complete. Вот так, конечно. Я думаю, что я попробую записать сюжетку, что там есть, конечно. Alert. Enemy strikecraft detected. Понедельник, вторник, а там уже... All boards. Strikecraft detected. Там уже будет видно, да. Дред, на тебя там полетела вся эта толпа, аккуратно. Улетай в противоположную сторону. Enemy fighters detected. Caution. Resource controller is under fire. Я позорно отступил. Alert. Enemy strike craft detected. Нет, это нормально. Абсолютно. На такой сложности это абсолютно. На самом деле у меня в трюме очень много еще. 35 штурмовых разведчиков, 15 корветов. Но я их держу на последнюю миссию. Чего же он не хочет забирать, а? Это баг с этим, с ремастером, керриером. Подрывай, короче, контроллера. То есть он как только что-то, либо обломок, либо вражеский корабль приносит, вот эти вот ресурс-коллекторы, которые он плодит, они застревают в ангаре и все. Да, не может оплодить. Это баг, да, именно с ремастером флотом. То есть, если взять разведывательный, ну, второй по счету, там все нормально. Ну, или любой другой гигарский, а у этого такая вот хрень. Так, что, извините, на меня... Так, я на себя подзабайтил. Забирайте обломок. Dagger Home. Да мы, в принципе, тоже все, знаешь, по одному разу прошли Home World. Я даже не проходил. Я даже не начинал, я задушился на первой обучающей миссии. Компании, я понял, что это душно. Отложил до лучших времен.
Где-то потерялось это искусство, да. All boards, strike craft report. Carrier engaged. Enemy corvette detected. Egress combat area. Controller respond. Report. Carrier engaged by enemy strike craft. Control update. Enemy strike craft sighted. Что происходит? Alert. Enemy strike craft detected. Да, меня тут окружили. Enemy corvette sighted. Ничего страшного, но неприятно. Alert. Hostile corvette detected. Так, ну я остановлю толпу на себя, бойчи. На меня пока все идут, alert. Поэтому пользуйтесь моментом, пацаны. Пользуйтесь, пока я жив. Да, что-то я это самое забыл мне раньше сообразить послать уже ресурс контроллеры. Тихо-тихо-тихо, я назад. Так, кидайте овников. Incursion point. Production rate to maximum. Controller, break contact. Resource controller ready for operation. All boards, strike craft detected. Resource controller ready for operation. Так, я потихонечку сбоку захожу сборщиками. Сейчас попробую дернуть обломок. Давайте. Дергайте быстрее. Что, я пока отвлекаю. Вполне успешно. Даже. Enemy corvette detected. Так, лоники тоже надо наступать. Enemy fighters detected. Control update. Enemy control. Carrier caution. Resource controller has been engaged. Ну, давай. Board 5. Set to aggressive. Ой. Enemy controller. Set for defensive operations. Вроде полетел брать. Controller. Disengage. Alert. Ресурсы закончились, вы можете эти из подъездов обломки собирать. Да. На обломки. Пошел, да, alert. Enemy strike craft detected. Да, давайте, я отвлекаю всех. Enemy fighters detected. А вы нет, я отвлекаю. Закрываете задачу. Меня подхватили обломки, сейчас потащат. Ждем и терпим. Ебать, сколько там дестров, мне уже страшно считать. Ну-ка. Просто 1, 2, интересно. 4, 5, 12. 7, ёб твою 12. Мать. Еще там у меня сбоку 13. На 13 мы распилим одиночный. Вот эти 12 нет. Их так, меня сильно не правильно? Я их утаскиваю. Да. Но они, да, они подтупливают, то батится, то нет. Я, да, я их отвлекаю. Бесплатный ресурс контроллер, конечно, спасает. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. На 10-й сложности, да, соглашусь. Ой, учили они, конечно, потащили ко мне. Нет бы к тебе в ангар закинуть. Ну, да, тут логика простая. Чьи сборщики, как тому и тащим. Ну да. Так ты оставь, я заберу. А у тебя есть рядом, да, кто захватить, чтобы мог? Так вон, он рядом, меня, да, полетел. Давай, все, я бросил. Подбирай. All boards, strike craft detected. Enemy fighters detected. Дестр там. Alert. Enemy strike craft detected. Так, да, сейчас дестр перевайтились на вас. Сейчас смотрим. Давай, давай. Control update. Enemy strike craft sighted. Ну я их сейчас обратно. Warning. Resource controller nearing critical. Hull integrity at 25%. Что-то с этим углом будет делать. Сейчас запихнет позорно его в ангар. Я уже смотрел. Alert. Enemy strike craft detected.
Пихнуть невпихуемое называется. Да-да-да. А, все, теперь валить. Вообще пропал. Это не все. О. Send one of your capture capable ships. X, это тебе надо сделать контроллерами. Потому что чтобы делать это нам с дредом, нам нужно разрабатывать эти корветы захвата. У меня ресурсов не чтобы очень много. Дреда вообще их нет. А у тебя контроллеры бесплатные. Ты говорил об этом недавно. Поэтому. Кстати, мне сняли 18 плюс со всех видео. Почему? Я подал апелляцию и сказал, вы что там охренели? Рейтинг игры 16 плюс Пегги. Мне прям буквально через 8 часов сняли. Battlefront вообще 10. Ну, плюс 10. 10 плюс. Ну, мне там и Fallout тоже, все, короче, все сняли во всех видео. Ой-ой-ой, блин. Дред, а у тебя нету ремонтников под боком? Будут. Мне сейчас будет очень плохо. Прям вообще очень плохо становится. Alert. Carrier hull integrity capital ship. Caution. Resource controller is under fire. Alert. Hostile corvette detected. Я, короче, потихоньку иониками эти дестры распилил. Они на месте там стоят. Ой, у вас там что-то тоже. Ну, сорян, я не могу к вам никак подлететь. Я могу файтерами только если помочь. Ну, я выпустил все файтеры. Они вроде всех быстро распилили. Просто у меня нету саппортов вообще. Все саппорты у меня кончились. Я понял. Денег нету. Вроде капчер заработал. Так, там тоже кто-то стоит. А, нет. Что нужно сделать? Ред, сейчас твой авианосец тоже распилит. Да, они дальше сами сделают. Да. Warning. Resource controller nearing critical. Hull integrity at 25%. Enemy corvette sighted. Ой-ой-ой, я с точки респауна. Ну, как кажется, стою. Ладно. Давайте этот гестер превратим в облако вкусно. Летай авианосцем подальше своим, я тоже полечу в сторону. В принципе, вы можете ко мне уже потихоньку лететь, потому уже гестеров мало осталось. Я работаю над этим. Хорошо. Можете ко мне, в принципе, лететь. Такие выживальщики. Да-да-да, в этом весь и прикол. Вот это. Да я просто взял этот дурацкий апгрейд. Либо ты быстро это делаешь, либо ты выживальщик, да. Благо, они такие тупые. Такие тупые. Если бы у этого апгрейда на... господи, на силу на авианосца были еще какие-то дальнейшие интересные апгрейды. О, они как бы есть, но они не особо интересные, они еще больше режут тебе лимит. Да, просто они просто тебя режут дальше. Толку это не тогда получается. All boards, strike craft detected. Controller, tactical withdrawal immediately. Enemy corvette sighted. Я там лечу, правильно? Alert, resource controller hull integrity at 50% and falling. Alert, hostile corvette detected. Фига, все штурмовые разведчики мои перемолотили, охренеть. Когда успели 40 штук завалить? Enemy corvette detected.
Блин, прям на краю карты. Enemy corvette sighted. Alert. Hostile corvette detected. Enemy corvette detected. Так, ну я тут хорошо пока стою, на удивление. Очень хорошо. Все, последний. Порвлю нам ресурсы. А, нет, еще не последний. Блин. Еще один тут надо. Тебя починило. Ага, спасибо. Detection alert. Enemy corvette. Caution. Resource controller taking damage. Enemy corvette sighted. Note 2 specified. Да, я в Unreal эту карту смотрел, все изучал. Там так льдины обрезаны, потом дальше. Блин, сколько тут ресурсов лежит. Вкусных, да. Ну. И сколько невкусных тут рядом стоит. Железяк. Железяк, да. Так, все, что-то на меня прям сильно поперли, я отходил. Блин, уничтожили. Пора текать. Сейчас осталось последний. Мне просто ресурс коллектора снесли, сейчас строится. Последний сверху подкинуть и все. Жесть вообще. Я просто, а, блин, это... Конец. На углу их ловлю. Все эти детства. Так, ладно, пока постоим. Enemy fighters detected. Control update. Enemy strike craft sighted. Так, все, ладно, не время стоять. Бежать. Когда война идет. Кончится война. Enemy corvette sighted. Alert. Hostile corvette detected. Такое ощущение, что в варгеймах как бы у каждого юнита свой собственный, так сказать, интеллект. Да, и да, они да. Как видят, ну и хорошо, не видят, то он просто разбредается. Наверное, да. Как-то так и есть. Так, у меня почти подлетел контроллер, так что вы там еще чуть-чуть держитесь. У меня все хорошо, я даже не чуть-чуть, я вон 2700 уже успел собрать обломками. Я тоже к нему летел, только сверху. Ну нормально, вас сейчас не трогают, detection, это самое alert. Главное. Сейчас все на меня летят, это хорошо. Пускай. Controller, я не против. Я только за. Так, пошел захват обломков. Где твой корабль? Вниз сейчас потянем, да?
reach the news. Target set. Очень не хватает этих Enemy corvette sighted. Апгрейдов кораблей, знаешь, как в катаклизме. Ну все, готовьте это самое. Вторую пониженную включайте, сейчас полетим. Ага. Каких апгрейдов? Как в кассе там вот, если Юнин достаточно долго выживал. New enemies will continue to arise until you decide to move on to the next mission. Он лучше там стреляет или что? Опыт. Resource controller nearing critical. Hull integrity 25%. Ветера, как это назвал, ветеранство, типа. Control. Уходим. Уходим, давай. Если вы готовы, да. Если хотите, можете ко мне подлететь, пособирать обломки. Мы тут подбиваемся. Да, мы летим, ты подожди, мы сейчас прилетим. Поздно уже, да. Ты ждешь, да? Сейчас, подожди, мы уже летим. Ты не улетай, оставайся пока. Поехали. Так это я еще с иониками, это еще у меня этих мультилучевых, нет, с мультилучевыми вообще сейчас дестро бы рассыпались. Просто вот сейчас мне вот в конце дали артефакт на мультилучевые, на дальность. То есть уже поздно, короче. Их качать. Ну, короче, самая выигрышная стратегия в варгеймах — это просто сосредоточиться на апгрейдах там одного-двух юнитов и все. И больше ничего не делать, по факту. Resource controller ready for operation. Так, давай добывают. Controller, new course set. Secure and establish a foothold above the nebula. Resistance expected. Caution, carrier has been engaged. Так что, мы за шип в центре-то будем забирать? Caution, resource controller is under fire. Я думаю, вот этот авианосец пока не будем трогать. Вот эти два заберем и центр возьмем. Вообще. Алло. Да. Мы здесь. Enemy corvette sighted. Detection alert. Enemy increased production rate. Роско, ты сразу сходу, а? Augmented. Уже развалили прям целиком, а? Тебя? Ну, карьер нет. Но чувствую, что скоро да. А тут что-то я не успел вверх подняться, уже 3 деста. Куча мелочи. Жопа вообще, сейчас лечу к тебе. Где-то вообще. Лечу к тебе, Хиггс, держись. Где-то жопа вообще. Здесь. Как быстро. ГГ. ГГ. Production report. Attack frigate ready. Alert. Hostile corvette detected. А вот сейчас остался этот бабатищий торпедник, я понял. Да. Как-то да, у меня остался мой любимый торпедник. Да, бои. Который я буду прятать. До последнего. Hostile corvette detected. Frigate. Move to escort. Detection alert. Enemy corvette.
Дред, советую не стоять на месте, потому что сейчас толпа сейчас пойдет вся к тебе. И у тебя, мягко говоря, ничего нет. У меня есть храбрость. Ну да, да, слабоумие и отвага. Это у всех есть. Хоть отбавляем. Бляха-муха, согрелись. Все, у меня больше никого не осталось. Не, мы сейчас захватим мазашип, у тебя будет ионик. Все хорошо. Сейчас моего любимого байчего, торпедника. И пойду на мазашип. И пойду центр забирать. Призывать эту маген на помощь. Такая сама такая беспомощная дура вообще. Самой там помощь нужна, так надо платформа сделать, что-то скучно. Так, я тогда ресурсы добывать больше не буду, чтобы вам побольше осталось. Alert. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Control reports enemy frigate detected. Warning. Resource controller nearing critical. Hull integrity. Нет, это зашиб выгодный, он мне иоников призовет грешно. Enemy frigate sighted. Очень выгодно это сделать. Но resource controller has been engaged. Засрет лимит фрегат. Тихонько. Пипец, эти дуреньки вообще настолько бесполезны, их даже прикрепить на это как-то нет. Да, здесь прям муторно, но с турельками согласен. Проблема же не в том, что и... непонятно куда. Проблема, что их вообще нет. Ну, в смысле, проблема не в том, что муторно, что их даже не прикрепить никуда. То есть это ну да, можно было сделать, знаешь, допустим, ну ты жмешь там на пикселенок, ошибся, типа... Да, но поблизости. Чуть неправильно, да. Но чтобы автоматом поблизости сработало. Вот это, кстати, предлагали тоже бесплатно. И хорошая, здравая. Чтобы система, да, не жестко тебя по попе шлепала, типа, все. Как бы не можешь закрепить, все, не закрепишь. А так, чтобы где-нибудь там, если есть точка поблизости, автоматом она выбиралась и крепилась. Это было бы гораздо лучше, конечно, так еще там пришло. Снова охраняем. Fighter assembly complete. Алекс, там к ионикам к твоим прилетели, ну, да, эсминцы. Я все вижу. Сейчас будем наказывать. Что-то следы перестали оставаться на кораблях от ионных выстрелов. Может, они с патчем 1.1 убрали? Ну да. Решили просто убрать вообще следы, да? Типа не работает, ну ладно. Оптимизация игры и улучшение багов заключается в том, что их выискивают и не отключают. Чтобы не было. Этот кто-то был чертовым гением. Иначе. Зачем решать проблему, когда можно устранить источник проблемы? Так, 3 секунды, 2, блядь. Пришли дестры, не дают захватить, блядь, точку. 2 секунды, сука, оставалось. Что, жопу полная. В центре карты. Видимся, живем. Со всех сторон, блин, напердели на меня тут. Наплодились. Такие меткие турели. Турельки мои почти нет. Турельки они сейчас нормально, они дефают мне корветы с авианосца вражеского.
ресурсов-то нет. А, мне авианосец взорвали, все, заебись. Приехали. Приехали, походу. Так хорошо начиналось. Куча дестров, да, пришла? Caution, resource controller taking damage. Секс, это проблема. Caution, resource controller hull integrity at 75%. А другого варианта все равно нет. Полынь без керриера. Note 2, caution. Heavy losses. Alert. Resource controller in control. Carrier is on locate warning. Resource controller nearing critical. Hull integrity at 25%. Все, нахрен его выгнать отсюда всех сейчас. Нам нужна им агент с ее иваниками. Срочно. Давайте санами, тряпками вас отсюда. Ура! Агент прилетел наконец. Control reports enemy frigate detected. Mothership is providing reinforcements and drawing attacks from the enemy. Note 2, caution, heavy losses. Caution. Бред, советую подальше уводить отсюда. Я его буду файтерами охранять. Так что там мелочь его не достанет, точно. Все, ионики у всех есть теперь. Икс, можешь пользоваться. У тебя есть целый ионик. Detection alert. Enemy destroyer. Потеряй его. Не продай. All boards report. Enemy destroyer closing. Alert. All boards. Enemy destroyer sighted. Фига, у тебя шустрый авианосец. 130 хп. Enemy destroyer detected. Это жесть. Если бы он еще самолечился, то было бы так. Еще лучше. An enemy destroyer has been detected. Это было бы слишком хорошо. Move to location. Detection alert. Enemy destroyer. Node 3. Augmented. Ой. Что-то моргнуло на момент. Да-да-да, у меня тоже. Я думал, что сейчас это будет вылет. Давай, Магенка, давай, сдерживай. 150 тысяч хп, ты сможешь. У меня уже два ионника. Имба. Фига полетел. Как так быстро? Ионный. Форсаж включил ионный. О, три. Спасибо за ионники, но мы дальше сами. Мы дальше как-нибудь сами. Спасибо, что всех отвлекаешь. Но мы разберемся дальше. Oh. Все, сейчас уничтожаем батл, выиграем. Уводи авианосец, у тебя единственный. Прямо от него подальше, резко. Так, я сейчас включаю буст урона. Enemy fighters detected. Alert. Enemy strike craft detected. Ну что, сейчас затащим. Должны затащить. Control update. Enemy strike craft sighted. Контроллер, если есть, Дред, на свой авианосец сразу все закидывай резко на ремонт. Потому что он скоро сейчас начнет по нему стрелять. Хотя, слушай, на скорости ты, наверное, от него улетишь. Ну-ка, какая у тебя сейчас скорость-то? Controller, target position set. Сверху, еще.
355 у тебя у батла. А у батла 267, ты от него улетаешь. Нормально. Короче, все, выиграли, считай. Вопрос времени. Вот видишь, ты выбрал правильный апгрейд на самом деле. Неожиданно, но правда. Да, неожиданно, но правильный, да. Тут, правда, немного мегалит помешал, но в целом... Все, нормально. Ноль урона почти. Да, вообще ноль урона. Ракета прилетела, бухнула, но ноль урона. Гениально. Все? Пошли. Пришлось даже пожертвовать тимагенткой, короче. Ты тоже взорвалась? Да, да, они же ее расхреначили. Там куча дестров была и всякая мелочок. У меня мегалит показывает. Я тоже. Это потому что мы с тобой плохи просрали сотни поносцев. Внедрите у меня киллстат 736, по-моему, это рекорд. Это рекорд вообще. Плюс 3 уровня. Да. И что, еще? Да можно, если желание. Мне кажется, что в эту игру надо по одной сессии играть, а то... Не, как хотите. Можно в ремастер с классическими расами, нет желания? Классическими расами, а что хочешь? Да нет, там просто, чтобы что-то новенькое. Чисто в этом плане. Можем и не классическими, как угодно. Классическими что имеете в виду? Первые три флота, что ли? Гаски? Или что? Ну, типа, да, с первой части. А, ремастер ты имеешь в виду? Да. Можно, да. Давайте. Я вообще могу рандомизатором себе выбрать флот. И все. Окей. Ну давайте тогда. Ладно, дорогие товарищи, спасибо за то, что смотрели этот Wargame. Мы с ним прощаемся. Но да, вы знаете, что делать. Лайки, подписки, шары и прочая штука. Алекс отличные ролики выкладывает. Хикс будет выкладывать бомбическую вещь. Приготовьтесь. Вот. Поэтому подписывайтесь. Да, пристегнитесь. Да, ну а у меня там... Да и потом ты, я думаю, будешь кое-что выкладывать тоже, наверняка. Да, все будет. Короче, увидимся. Да, наши...